дворе, а с ним и летние праздники. Семит, Троица, Иван Купала. Но об этом в следующий раз. Дух народный песня русская озвучит, и любое горе свалит, победит. Песня нас врачует, утешает, учит, и ручьем весенним нежит, молодит. Для любого в песню дверь всегда открыта. Песню почитают, знают, берегут. В ней на слово сердце музыка излита, и душой народа все ее зовут. Коллектив «Горлица», огромное вам спасибо за сегодняшний замечательный концерт. Уважаемая Татьяна Александровна, а вам особенное спасибо.
спасибо за ваш труд, за то... Татьяна Александровна, выйдите, пожалуйста, на сцену, чтобы... Я хочу сказать такие слова, Татьяна Александровна. Сегодня у нас в Оленегорском городском округе существует уникальный коллектив. Народные песни, которые... Коллектив, который не только поет и прививает любовь зрителю к русской земле, к любви народу, но он еще играет на разных инструментальных инструментах. Ведь эти девчонки сегодня показали и флейты, и рожки, и балалайка, и баян. Вот сегодня пришел с номером Роман Михайлович Тарасов. Ну, такое вот сотрудничество, которое в Оленегорском городском округе сегодня очень востребовано. И спасибо этому коллективу за эту работу. Татьяна Александровна, спасибо вам за вклад в развитие и сохранение культуры, народного творчества. Спасибо большое вам за ту любовь, которую вы передаете детям. Ребята, спасибо вам, что вы занимаетесь в таком коллективе и несете эту народную культуру в массы. Спасибо вам большое. Я вручаю вам благодарность за букет. Поздравляю этот коллектив с триумфом. Этот коллектив достойно занимает места в разных конкурсах, не только на территории города Приморского края, в российских конкурсах. Поэтому так держать. Ребята, вам удачи во всем, дальнейших успехов и, конечно же, крепкого здоровья Татьяны Александровны и терпения во всем. Мы ждем новых открытий. Спасибо большое. Я хотела еще отдельно отметить девочек, которые у нас в прошлом году выпуск не состоялся по всем известным причинам. И в этом году у нас есть одна выпускница. И я прочитаю. За инициативу, креативность, за творческий подход, активность, участие в мероприятиях всех, несущих радость и успех, грамотой награждается Лунева Виктория. Доронина Елизавета. Заика Ксения. И выпускница этого года Усольцева Александра. И хочу еще отметить наших родителей. Без вас, конечно, я думаю, что вот этого вот всего не было бы. Ваша заинтересованность, ваша помощь неоценима. Я приглашаю на сцену Усольцеву Наталью Юрьевну. Выражаем вам признательность и говорим огромное спасибо за ваше активное участие в жизни ансамбля народной песни «Зарянка», за понимание, помощь, терпение и поддержку. Татьяна Александровна, добрый вечер всем. Спасибо вам, конечно, за такой подарок. Вот. Я, в свою очередь, тоже хочу вас поздравить, подарить вам этот скромный весенние цветы и пожелать, чтобы у вас всегда весна была в душе. И спасибо вам за ваше творчество, за наших деток. Елена Анатольевна. Доронина. За понимание, помощь, терпение и поддержку. Это те люди, которые с нами на всех гастролях. Заплетают, гладят, поют, сторожат ночью детей и днем. И хочу поблагодарить Наталью Николаевну Воробьеву за костюмы, вот которые перед вами. Их оценивают на всех конкурсах. Все говорят, какие у вас красивые костюмы. Выражаем вам благодарность за высокопрофессиональную, качественную работу и творческий подход. Всегда рады с вами сотрудничать. Спасибо большое. И вам, дорогие зрители, огромное спасибо, что вы вместе с нами. Не было бы вас, не было бы и нас. Это все для вас.
Всего доброго, до новых встреч. Спасибо, что были с нашей русской песней. До новых встреч. Самого наилучшего, творческих успехов. Спасибо. Дорогая Татьяна Александровна, мы благодарны родители, безусловно, талантливых детей. Мы благодарим вас за вашу любовь, ваше терпение, которое вы проявляете к нашим детям. И помимо этого, вы помогаете детям сдружиться. Вы же посмотрите, сколько они встречаются друг с другом. А тот факт, что многие дети, которые закончили музыкальную школу и все же продолжают заниматься в коллективе, это, мне кажется, очень дорого стоит. Мы очень благодарны, что вы заинтересовали наших детей, поддерживаете в них любовь. А вот такие концерты, это же просто праздник для души. Большое вам спасибо. Огромное. И низкий